А пони тоже умные кони, наиумнейшие. Вот наша старушка Ириска. Ее надо накормить отдельно. Я вот делаю ей такой замес, потому что у старичков всегда зубки плохие, и их надо подкармливать, они худеют. Значит, мы относим дневник на ее место. Ставим. Открываем дневник шире. Идем к Ириске. Ириска. Рис. Ириска. Барсюшка за нами тоже. Пошел, все кушать хотят. Пошли, Ириска. Пойдем. Пошли, Ирусконь. Лежала сегодня, отдыхала. Пойдем. Она уже плохо ходит у нас. Очень плохо. Давай. Иди, Ирис. Иди, иди. Закроем. Иди. Давай. Потихоньку. Плохо ходит. Подождем, пока она спокойненько к себе домой зайдет. Ее даже расчистить очень сложно, потому что она падает, не стоит. Вот она знает, где ее дом. Заходи, Ирис. Вот, и она спокойненько покушает. Никто у нее кушать не заберет. Кушает медленно. Зато никуда спешить не будет. Такая умненькая, знает, как заходить.